Привет, это новый влог на канале Гарик Бэмэкс. Мы снова в стриту, короче, катаем. А с кем мы катаем, как обычно, ни для кого не секрет. Это вот этот маленький человек. Влад. Ну и чё? Мы, как обычно, на очередном споте. На какой-то кривой граньке, так что сейчас будем просто оформлять для вас трюки, так что подписывайтесь на канал, смотрите видео до конца, ставьте лайки, как обычно, пишите комментарии, колокольчик, все дела, ну вы все прекрасно знаете, погнали. Влад, как обычно, себе что-то чинит, потому что лясик у него, как сказать, ужасно. Вот, ты ужасный, у меня руль просто кривой. Да? Руль кривой, объясняет всю его характеристику. Шалеть, какие вы крутасы. Будем смотреть дальше, наблюдать, что получится из этого райдера. О, давай, пошел. Ужас, прошлый раз, когда мы здесь были, он этот трюк долбил полчаса. Ну, как и я, конечно же, и никто не поставил. А в этот раз смотри, как близко было. Но не было ничего, вообще ужасно шатрило. Надо еще раз. Ну что это? Ну типа что по теории это было. Какой-нибудь Миша стресс бы засчитал. Но вот в RBMX Battle никто бы тебе такой не засчитал. Ну ладно, было, считается. Ты кто поделаешь? Понял. Капец. Аккуратненько, чтобы, знаешь, ничего не сломать. Ничего не испортить. Чего ты там тыкаешь-то? Снимай. Есть! Как круто! Что ты вообще кататься не умеешь? Я с первого раза бы сделал, если бы Лёпа погиб. Я тебе предоставляю. Держи. Давай. Если я сломаю, это не я. Ну. Все? Пеги дорого не стоит, купишь новый. Он сказал, сделаю с первой попытки. Ага, сейчас посмотрим. Давай. Просто. Ну что говорить, он запрыгнул, я не смог, да, с первой. Профессионала видно издалека, как говорится. А ты на свою она эти делал? Конечно. Вот. Я не умею так. Ты-то делал на всех граньках. Заднюю дает, заднюю. Ха-ха, ой, блин, офигеть, ты лютый. Ага. Здесь лучше не сделать, потому что она не скользит, она просто имеется. Ужас. Просто элементарный трюк, который должны делать типа вообще все, а он не может делать. Да ты что, не понимаешь, расстояние просто меньше сделай и все. Она долгая. Давай я, смотри. Я тебе, понимаешь, вот ты три попытки уже сделал, я сейчас спокойно за 30 спокойно поставлю. Я спокойно за 3 поставлю. Ты даже далеко. За 3 попытки? Я тебе даю жвачку. Да. Все, договорились. Давай. Нет. Первое. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Позер. Жвачку на базу. Ладно. Вот так с меня все издирает. Сам предложился.
Все, как ты теперь проживешь? У меня бабки имеются вообще-то. Вот если я сейчас 5 попыток не ставлю в Ванетти бар на флуту, я тебе даю еще одну жвачку. Давай. 5 попыток. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Ей, жвачку сюда. Ну, короче, устал я делать все эти ванки бары и бары. Сейчас пришли вот на ступенечки. Как это ерунда, да? Я, конечно, вам все кадры не буду показывать, но ушло попыток 30 точно. Какой-то просто маленький дропчик со ступеньками. Ладно. Короче, все, пошел у нас дождь, и мы уехали, короче, на эту. Мы спрятались на стоянке. Вот этот человечек любит тут кататься вечно, а мне тут очень нравится. Ну, тут нечего делать. Поэтому, короче, на этом видео заканчивается. Ставим лайки, если понравилось. Пишем комментарии, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ну и, короче, встретимся в следующем видосе. Пока.